Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канский Красноярского края в семье перса-еврейки. Участвовал в команде КВН. Окончил ГИТИС, мастерская Б.С. Брунова и А.Ф. Марусева, выпускник эстрадно-циркового училища. Опыт ведения концертов Юрий набирал на концертах Б.М. Моисеева. За его плечами более 1000 мероприятий по всему свету. Аскаров вел разнообразные концерты по всей России, в США, Франции, Германии, Израиле и Австрии. Вел концерты Рианы, Тато Кутунье, Патриси Каас, Адриана Челентано, Деми Мур, Эштона Катчера и других российских и зарубежных звезд. Также был ведущим концерта в честь 90-летия ФСБ РФ. Постоянный участник «Аншлага» и «Субботнего вечера». Участвовал в шоу «Танцы со звездами» 2009, телепередачах «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается» и «Слава Богу, ты пришел» в 2006-2009 год, участник фестиваля КВН в Юрмале. Как говорит сам Юрий, если бы у него была такая возможность, он родился бы именно в Юрмале. Также Аскаров сыграл главные роли в спектаклях «Труффальдино» и «Семейный переполох», ведущий юмористической телепередачи «Фигли-мигли» на телеканале ТНТ. Выступление Юрия Аскарова отличается минимумом слов и максимумом пантомим. Искусством пантомимы пародист владеет настолько блестяще, что он даже спародировал самого Роуэна Аткинсона в образе мистера Бина. Пародию увидел и оценил сам Аткинсон, после чего прозвище «Русский мистер Бин» и «Мистер Бин номер 2» прочно закрепились за Юрием. С 2000 года Юрий Аскаров снимается в кино. Дебют – картина М.М. Кокшенова, герой ее романа, где исполнил роль пародиста. Позже снялся еще в трех картинах Кокшенова. Осенью 2013 года вел музыкальное шоу «Хит» с июня 2014 года. Соведущий, бармен, музыкального шоу «Субботний вечер».